пляж Кавказ, друзья. А дальше он еще будет вонять. Тут прям только к нему вышел. Даже не знаю, как четко это прокомментировать. Попробуем найти чистое море. Он туда далеко. В район Лазурного берега. Там вроде бы почище, и плюс пакеты по берегу. Печалька. Вот мы прошли на пляж Лазурный берег. Вот их пляж. Мне говорили: Юра, ты что кипишуешь? Мы пришли как будто по свалке, друзья. Мусор, раз, водоросли эти. Вот здесь более-менее чистое море. И сделаем фотографию. Тут, видите, тоже зеленый берег. Но он мне уже не так мешает. Хотя бы водичка имеет чистый цвет. Но это в любом случае еще тем людям, кто будет говорить, что нет чистых мест. Вот там прям жесть. Я в жизни не зайду в эти водоросли. Здесь мы отошли хотя бы чуть почище. И надо как-то бороться, потому что еще даже не лето, и уже первый выброс был. А что ж дальше-то будет, а?